Семена сальвии сверкающие шарм пурпурная, сверкающая шарм парпарная сальвия, быстро прорастают, в среднем за 2 недели. При благоприятных условиях декоративное растение распускается красивыми цветами, в форме кисточек. Пурпурный цвет сальвии дополнит газон и станет достойным украшением бордюров. Сальвии высаживают в кашпо на балконах и в зимних садах. Многие любят ее за длительный период цветения, с середины лета до первых октябрьских заморозков. Благоприятные условия для декоративного растения – солнечные и полузатененные участки, дренированная почва, температура которой при посадке 22 градуса. Сальвия сверкающая шарм пурпурная – это однолетнее растение. Сальвия прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. В качестве места выращивания сальвии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает сальвия сверкающая шарм пурпурная в месяц июль, август, сентябрь, октябрь. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.